Мы снова, друзья, возвращаемся на нашу стройплощадку. Вот стены с положенным цементом. Там будет еще два слоя, как нам объяснил наш контрактор. Вот. Пару дней ничего не происходило, потому что инспектор городской требовал там по структуре кое-что подправить. В общем, пока это все подправили, дальше была основа инспекции, все приняли. И вот теперь возвращаются люди на стройку, и вы слышите звук ударов молотка. Это потому, что укладывается шитрак, то есть гипсокартон укладывается. Пошли посмотрим. Hello. Вот, вы видите, лежат плиты этого гипсокартона тут на полу. И я бы сказал, что оно почти всюду уже и уложено. Вот видите, вот так оно. Все эти гвоздики, потом их замажут. Вот то, что вы видите, гвоздики, их потом замажут. Все будет ровненько-ровненько. Вот, а так вы пока что видите. Видите, потолок тоже заложен тем же самым гипсокартоном. Я скажу, что так, чисто по субъективным ощущениям вот внутри, как-то здесь светленько и мило, очень мило. Вот, может быть, потому что оно такое светлое, может быть, потому что исчезли какие-то страшные там эти стекловатые, эти минеральные ваты, или как они там называются. Вот, что-то такое торчит из стены. Так, вот некоторые говорят, как попадать сюда? Вот оттуда. За дверью, через которую я прошел, чуть дальше, будет дверь в дом в основном. Там уже вся структура заложена с того момента, как строили дом. Просто временно это все было закрыто, а сейчас его откроют. Там уже давно все на месте. За окном там будет дверь. Так, ну пошли посмотрим. Вот тут еще, видите, страшненько с трубами. Вот, там ребята работают. Вот смотрите, какая вот тут конструкция, на которой они стоят. Такие козлы. И на них вот такая странная штука. Держится? Да. Да. Вот там будет туалетик, вот там будет туалетик. Так. Вот, а здесь проход. Проход, и вот слева, видите, тут некоторое углубление такое, если вам видно. Это будет ниша такая, с красотой. Вот. И тут все заложено уже. Концов не найти. Так, все, пока. А вот видите, здесь уже щиток поставили с предохранителями.